Приветствую вас, и нет, вариантов, что вы будете полной семьей, нет, если вы и он не сделаете выводов относительно того, почему вы расстались. Если не будет принято решение, если не будет обсуждения проблемных моментов, если не будете делать уступки ни вы, ни он, то ни о какой полной семье речи быть не может. Для того, чтобы понять, как именно корректировать вам свое поведение, нужно разобрать в первую очередь ваш развод и историю отношений в браке, который у вас распался. Вполне возможно, что именно там те проблемы и те поступки, те решения, которые привели к распаду брака, влияют и на отношения с вашим молодым человеком, с которым вы сейчас находитесь, ну, в отношениях, да, вот. Также нужно понять, для чего вам именно полная семья. О том, что вы его любите, я вот как-то не прочитал. Вот, может быть, вы это подразумевали, но я не прочитал. В первую очередь нужно понять себя, свои действия, свои желания, свои мотивы. Тогда не потребуется понимать других людей, потому что это означает самодостаточность. Самодостаточность исключает необходимость понимать действия других людей. Судя по тексту, который вы написали, я могу сказать, что мужчина не хочет с вами сближаться, потому что либо, значит, простраивает отношения заново, то есть первая попытка у него не получилась, то есть он начал их строить, да, но у него не вышло. У него не вышло в том плане, что вы расстались с ним. Теперь, вероятно, он надеется, что он сможет выстроить с вами отношения на более высоком уровне, по-другому, да, то есть, чтобы не было тех конфликтов, не было тех скандалов, которые у вас были, не было тех проблем. Вот. Конечно, я в этом не уверен, конечно, я могу ошибаться в этом, вот. Но, как это видится мне, это такая история. Мужчина может бояться ответственности, который ему придется возложить на себя, если он сблизится с вами. Собственно, я думаю, что этот вариант объясняет и его поведение, когда он отказался от любви, как вы говорите, ну, от отношений с вами, да, и, соответственно, предложил дружить, вот. Значит, мужчина может бояться просто сближения, но это уже более такой деликатный момент, который требует разбора. Вот, хотел бы обратить ваше внимание, я на то, что к вам предъявляется претензия, согласно которой вы никого не слушаете и все делаете по-своему. Соответственно, это нужно разбирать, потому что отношения вы не построите, если будете действовать по-своему, если вы не будете идти на уступки и так далее. Это невозможно. Вот. Если не для себя, то хотя бы для сына, хотя бы для сына, которому нужен отец, которому необходима мужская фигура. Вот. И без этой мужской фигуры ребенку, мальчику, в частности, вот,
будет, ну, очень сложно, очень тяжело. Вот. А вот, соответственно, то, что я могу вам сказать. Значит, сейчас мужчина, вероятно, занял наиболее комфортную для себя позицию, когда он с вами проводит время, непонятно, есть ли у вас секс, вот, но при этом отношений фактически у вас нет. Вы пишете, что у мужчины такие длительные отношения и совместная жизнь, которые были у нас впервые, нам обоим по 30 лет. А, ну, если впервые были отношения, значит, мужчина точно боится сближения. Это потеря свободы. Вот. Если мужчина до 30 лет, значит, был один, да, и не имел длительных отношений, то, наверное, на это есть какие-то свои причины, да? Вот. И, собственно, эти причины, они ведь вряд ли куда-то делись, правильно? Они ведь, скорее всего, сохранились. Вот. Ну и, собственно, вам нужно относиться к этому с пониманием и уж постараться не давить на человека, если уж такая история пошла. Вот. Я, конечно, вас не заставляю, не принуждаю, но тем не менее. Тем не менее. Вот, значит, так вот можно вам ответить на ваш вопрос. Побольше акцента делайте на себе и поменьше на других. Это позволит вам быть более независимой, чем вы есть сейчас, и, значит, ценный и более привлекательный. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!